Многолетнюю проблему заторов в районе Красной площади стараются решить. Чтобы развязать дорожный узел, планируется запустить кольцевое движение. Экспериментально проводим, меняем организацию дорожного движения. Хотим запустить кольцо в районе Красной площади. Схема движения будет осуществлена таким образом. Со стороны поселка Собсех по улице Астраханской транспорт будет уходить направо, на сторону улицы Объездной. По Объездной автомобили будут следовать до кольца, поворачивать снова к улице Астраханской. По улице Астраханской со стороны города они идут в трех направлениях, транспорт движется. Значит, прямо в поселок Субсех, налево в сторону улицы Объездной и направо в сторону улицы Амелькова. Новую схему движения запустят 24 октября в 7 часов утра. На всех близлежащих перекрестках будет дежурить патруль, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий. Мы тем самым разгрузим эти направления движения, но в случае, если вдруг не пойдет это движение, мы знаки убирать не будем. Это мы, я повторюсь еще раз, делаем это экспериментально. Вот, знаки эти будут снова восстановлены, движение это меняться не будет. В течение 3-4 дней эффективность новой схемы движения будет апробирована. Если она докажет свою эффективность, временные дорожные знаки заменят на постоянные. Если прежняя схема движения окажется лучше, ее вернут. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны. Не нарушайте правила и с пониманием отнеситесь друг к другу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.